Добро пожаловать, друзья! Это Ростец, это дядя Женя, это его лошадь, меня зовут Брейн, и всем привет! Да, всем здорово, как дела? А, зашибись дела! Да вообще ништяк. Вообще ништяк. Всем привет. О, вертолет, смотри, эпично, да, как смотри. В этом хищнике летит, смотри. Как хищники летят, как там вертолет. Все. Мы знаем, чем это кончается, поэтому все. Да, пение заканчивается плохо. Значит, смотри, как у лошади переливается хвост. Зашибись. Когда она перемещаешься, он так шух-шух-шух-шух, как песок. А когда она какает, она приподнимает хвост. Нет, это понятно, это анатомия. Естественно. Пошли. Так подожди, я хотел, чтобы мы вот здесь вот построились. Прямо здесь? Ну давай, здесь чей-то дом, нет? Нормально? Это какой-то забор чей-то. А дом на воде. Вот смотри, мы сделаешь один фундамент в длину. Вот по всей параллельно этой горе. Ты делаешь фундамент. Окна, выходящие на болото. Ну типа дом будет такой продолговатый максимально. Ну давай попробуем. Сейчас попробую, я уже забыл, как играть, если честно. Прописывай киты, короче. Кит Дейли. Сейчас пропишем кит. Зашибись. Главное, чтобы не убили. Кит Дейли. Я прописал пока что Дейли. Давай я тоже Дейли пропишу, фиг с ним. Там ресурсы чисто дают, нормально. Так, смотри, давай я поставлю, как я вижу. Давай. Давай. Давай, ёпта, бля. Давай. Сжги, Саня. Давай, отходи. Отходи. Саням, пофигачно. Отойди, пожалуйста, что ты стал? Сейчас обхожу. Я просто крафтил себе списки. Списки крафт. Бля, для, тут он не крафт. Смотри, тут писки, дальше он не идет никуда. А, потому что камень не земля. Смотри, ну мы можем сделать вот так, типа. Давай, давай, вот, пожалуйста. А там что тебе мешает, ублюдок, а? Это я сам там себе. Там высоко слишком. Вот сюда ставь. Вот, вот смотри, вот. Все, все, хватит, 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 хватит. Все, я думаю, достаточно. Так, смотри, здесь, значит. А треуголка влезет, а треуголка влазит. Здесь будем заходить. Здесь будут окна. Тут два окна. Окна двери. Так. Сказал как царь. Так, здесь мы будем заходить, здесь будут окна. Здесь мы будем заходить. Где мой конь? Царство за коня. За коня отдам. Я все царство дам за коня. Так, у меня была дверь, сейчас ее... Вот здесь почему ты стену не поставил, объясни. Да хер его знает. Начальник, я же не виноват, это все не я. Прорабелла. Слушай, пароли надо потом менять, я думаю. Ну, да, так, да. Камешек. Сейчас я в камешек все закатаю. Давай, в камешек закатай, потому что у меня рисы уже закончились. Это так печально, это так грустно. Васик опять, блядь. Сейчас шкаф поставлю. Сейчас опять идиотизм. Ой, я зашел, тут один трешак опять. Да, опять орут, гогочат, кричат, все им не так. Давай, наяривай. Давай, авторизуйся. Женя, ну ты в говёном месте поставил, Женёчек. Офигеть, ну место сейчас мы так закроем, короче, все, ты даже не поймешь, что он там. Подожди, а как ты ресы будешь туда давать? А из окна прям не видно, что там. А, ты дверь типа... Зачем ставим дверь? Зачем мне эта дверь? Зачем? Для того, чтобы стрессы... Начинается вот это, начинается. Не успели начать играть, все, говорю, давай серьезно, не петь песни больше. Да какие песни? Я тебя умоляю. А сверху кто закроет? Да, умоляю. Сейчас закроем. А вот ты туда зашел, и обновить не обновил. Ну что это такое? Да ужас вообще, как со мной можно? Да вообще, бля, вообще, вообще, бля. Смотри, Жень, вот внегласно дом образовался. Как не классное чтение, такой дом. Но... Сейчас я... Подожди, ну за... Кит бахну. Что-то вот старцер... эту стену не улучшили. Ну что это такое? Ну, тут Жень, ну я не могу все делать один. Я же тебе оставил специально. А понимаешь? Я что и делаю? Я же помогаю, естественно. Я же тебе оставил, чтобы все было ровненько. Для тебя, да. Отлично, Женя, отлично. Человек ты пришел оставил. И попели ему тут. И по это самое, туда и сюда. И поклоунадничали, да. Все сделали. А как дверь, как мы выходить будем, Женечек? Снизу, вот так идешь. Снизу. Но это же через жопку немного, не? Ну зато это многоходовочка. А-а-а. Странная многоходовка, понимаешь? Нет, ну я просто улучшал дом вообще. Ну хочешь, я уберу? Да, ну, убирай, убирай. Пока, пока на время убери. Так, подожди, Дейли прописали, что там еще есть? Кит... Какой там еще? Пропиши, кстати, выкли. Сейчас, сейчас, сейчас. Пропиши выкли, доделай окна. Пропишите выкли, доделайте его. Пропишите выкли. Так, это печунья сюда. Версточелло. Версточелло. Сейчас кого-нибудь в собачьем утере. Что мне сделать? В металл закатать, что ли?
Тебе нужно улучшить крышу, тебе нужно положить ресы. Сюда окно как минимум ставить. Хорошее железное окошко. Верстак первого уровня не хотите? Вот хотите, ставьте, будет вам окошко. Давай, вот. Пожалуйста. Любой каприз, как говорится. За ваши эти самые барыши. Так, лошадь наша есть, это хорошо. Блин, смотри, все в... зачем ты все в металл фигаришь? Потому что ты начал, я подбодрил, подхватил идею. А, ничего не говоришь. Я тут, это самое. Я здесь. Да я понял, ты три раза не сказал уже одно и то же. Как будто реально повис там. Я тут, я здесь, я слышу, я здесь. Жень, да я тут, что ты? Автоответчик записал, небось, мне? Я здесь, я тут. Жень, я... Именно так. Делай именно так, я здесь. Так, улучшаем балясины эти, давай. Балясины? Какие балясины еще? Ну, представь, что это балясины, ее надо улучшить. Балясики. А ресы никто не додумался положить в шкаф? Вообще, нет. Чтобы дом сгниет? Не, Женек, это же тупари кругом. Какие ресы? Ты шо? Ну, я только что положил, все. А, ну, можешь слава спать Богу. Спокойно теперь. Хорошо. Да. Не забудь прописать сет-хом и положить спальничек. Да, серьезно? Я тебя умоляю, да. Я тебе прошу, какой спальник? Давай в шкаф положим сюда. Я тебя умоляю, положи спальничек таки. Где вообще спальнички искать? Я что-то смотрю... Блин, я опять замков нафигачил. Опять кучу замков сделал? Ну, да. Так, хорошо. Я думаю, что этот дом точно антирейдовый. Это самая настоящая база. Притом мы эту базу будем модернизировать. Так, здесь есть проходы, здесь есть... И здесь так, я еще дверь должен был поставить. Подожди. Я сетхме прописал. Отходи, пожалуйста. Я прописал. А, хорошо. Кому ты там прописал? Я прописал спальник и дом. Я все прописал. Смотри, Женя, то YouTube тебя французам порекомендует еще. Да, может, ставки будут как у французов. Ну ладно. Лягушачьими лапками будут платить. Почти. Да. Лягушачьи... О, нет, тогда не надо. Я не ел никогда, не знаю. Говорят, вкусно. Да, ну, а ничего, нельзя нормальную курицу купить, еще и лапки трескать. Ну, это деликатес же, Жень. А, кстати, есть... Уайда-уэй для Уэйли. О, тут не улучшено, смотри. Там дерьмовенько. Загашнички дерьмовенько-то все. Ой, не толкай. Кияночку в руки и вперед. Что делаешь? И вперед. Подожди, я багнулся. Стой. Я тоже багнулся. Выходи. Кияночку в руки. Крак. Так, а стену кто будет улучшать? Вот именно там. Там надо выйти. Это надо с улицы. С улицы. Понеслись курицы. Выйти. Женя, ну хорошо, блядь. Ну хватит уже петь. Ну все, Женечек, все. Ну так вышло. Ты же говоришь выйти, и я подхватил. Я это сказал просто два слова подряд. Знаешь, я пел. А я вспомнил песню, поэтому выйти. Выйти, надо выйти. Блядь, у меня ресов до хера. Да что ж ты глючишь-то, падла? Это поздравляю. Я тебя поздравляю. До свидания. Так, надо в шкаф что-то положить. Ты положил хоть что-то в шкаф? Я на шаг, как МТС, на шаг впереди. Ты что? Естественно. Конечно. Ты что, так, я сюда? Буду шутить, что ли? И сюда. Все, на два... оружие сделать. Нас же на три... Сделай. На три дня будет нормально. Так, пойду сверху посмотрю, что там у нас. Ты сделай. Все. Что тебе сделать? Дробовичок? Что ты это смеешь, как, знаешь, этот как лесовичок-лох. Грибок такой. Дробовичок-лох. Не хочешь сделать? Пороха нет, нам нужен порох срочно. Так, отлично. Подожди, кто это что говорил? Сейчас такой... Вот это кто сейчас делал? Это ты, наверное, делал. Нет, я так не делал. Точно? Ты подумай, может... Я адекватен еще. Может, ты так сделал, но ты не понял этого? Нет, я в этот момент молчал. Так, ну хибара, в принципе, норм. Такая, знаешь, такая средней паршивости домик. Получилось, тут легко на изяк залезть. Тут на изях стена из говна. Почему? Я там улучшал. Да, да, я вижу. Так. А что не так-то опять? Не, все отлично. Все заебумба. Так, я вот думаю, наверное, мы здесь знаешь, что сделаем? Мы вот так вот сделаем. А иди внизу, выруби там. Будет тайничок, Женек, тайничок. Тайничок и тройничок. Давай, заходи туда вниз. О, кстати, да, как вариант. А где там вырубать? А, это последний квадрат, я понял. В фильме «Последний квадрат». Квадрат. Думаешь, на лошади вообще рили тут? Загашничек в фильме «Последний квадрат». А здесь твой верстачало стоит? Ну так убери его. А я его сейчас риму, подожди. Сейчас я сам его риму. Ты его не сможешь собрать, по-моему, не сможешь. Я все могу. Так, понятно. Нормально. Понятно. Что? Не-не, ничего. Какие-то проблемы? Это что не там сломал, Женька. Там?
Да нет. Вон твоя стена, вот она, смотри, вверху, что значит не там. А разве здесь, да? Конечно. Так, здесь разве можно тайник бахнуть, смотри. Здесь можно сделать тайничок маленький. Так ты фундик туда засандаль сперва? Или нельзя туда фундик делать? А-а-а. Там можно сундучелу поставить. Можно фундик, но мне кажется, мешает, наверное, вот этот верстак, чтобы оставить. Нет, это не верстак, это земля мешает. В земле нельзя ставить. Давай просто туда сундук поставим, и все. Понимаешь? Ну, сундуки же ставятся, по-моему, нам эту, на поверхность. А почему? Хотя... Они на землю тоже ставятся. Если ты владелец земли, если тебе принадлежит доля акций земли, то, конечно, можно поставить сундук, да. Во, смотри. Класс. Здесь самое ценное. Еще меньше сундука не было, нет? Я вообще скромно хотел большой поставить? Не знаю, у меня нету большого. Понятно. А, есть, нет. Сейчас. Да нет. Не, так большой, это, конечно, дыры была, блядь. Куда же мы его поставим-то? Нет. Да нет. Туда не получится. Нет, ты маленький убери и поставь большой. Большой не влезет, он большой, но то и большой. Так-то этот маленький можно стеной закрыть. Ну вот я и пытаюсь. Можно дверь кодовую поставить? Можно, давай. Угу. У тебя есть дверь? Да. Давай. Надо развернуть. Вот, подожди. Вот, потому что неправильно это. Чё, мне по-христиански стояла стена. Слушай, но not in outspace. Сюда не ставится дверь почему-то. А как? Подожди, дай мне слизу. Это бегает, слышишь? А, вон в окне. Hello. Hello, мистер. Нихуя себе, мистер. Ты чё, бля? Бля, он убил меня, слышишь? Mm-hmm. Через это, через дом как-то вынес. Ну, просто топором через окно тебя бил. Охеренный дом, блядь. Ты живой, нет тебя? Да я в этом спальнике сейчас. Дебик какой-то. Как я отсюда выберусь? Бля, отсюда же не выбраться теперь. Ты где-то... А, ты в этом разместился. Я понял, где-то там, я понял. Да, мне придется на себя. В спальнике, да. Ты убил хотя бы? Давай. Я в него попал, он, по-моему, упал. Он валяется, да, он валяется, я его убил. Так добей его. Я еще думал, что это какой-то читак, типа, через эту. Да нет, он просто через окно тебя бил, да и все. Ты реквестнул... А, телепорт 20 секунд. Зачем? Принял я, все верно. Ты там кушаешь, стоишь? Тебе открыть дверь, выходи. У меня рез... Я не выйду отсюда. Я переделал. На контроле попробуй. Не получается. Mm-hmm. Отойди, чтоб я тпшнулся нормально. Да я отошел. Ну что, телепорт от тую, давай, вот. Телепорт. О, все, сейчас надо забрать свое тело. Вон он валяется, вон валяется. Сейчас он встанет, я добью. Нет, его рюкзак там, он же дохлый, я же убил его. Вот поэтому я говорил, нам нужен порох. Нам нужен порох. Хорошо. Нам нужна сера, цыга. Нет, я больше не буду пить. Придурок, блядь, тут попрыгал. А мы еще окно здесь поставили, зашибись. Делаешь? Это ты? Да, вот я просто ставлю. Во, видишь, как топово все. Женя, что ты делаешь? Почему ты не поставил просто к стене сюда? То есть там был бы шкафчик, ты смог бы под низом к нему залазить. Это как, представь, интересно, вот так, что ли? Ну да, вплотную к двери как будто. Представь, ну, попробуй. Представь, что это дверь. Сейчас попробуем. Давай попробуем представить, что это дверь. Попробуй прислони. Во! И чё, и как? И вон там снизу, наверное, как-то к ящику можно. Во, да, я могу. Конечно. Я могу, смотри, вот. Серьезно? Да, там если ты попадешь аккуратно, то ты сможешь добраться до ящика. Да, слушай, хорошая идея, ладно. Вот тебе и нычка получается. Вот тебе и нычка. Так, пойду выложу. Ноги как спичка. Так, сейчас. Спальник заберем. Так, я сложу все ресурсы тогда в ящик. Давай. Вообще. Да, что я... Мне... Слушай, давай патриков сделаем, может, самых дешманских. Да нужна сера, без серы мы давай без пения сегодня попробуем. Попробуй без пения, хорошо? Чтобы хоть... Посмотрим, насколько тебя хватит, ну давай попробуем. Да ладно. Я, меня-то хватит, не переживай. А, да? Ладно. Да, хорошо. Меня-то хватит, куда же. Хорошо, посмотрим, насколько, ладно. Давай посмотрим. Так, а тогда я пока все уберу в ящик, все оружие, пошли добывать серу искать. Давай. Так, я тоже... Давай. Давай, пойдем с тобой. Сколько позитива. Словак, да? Так, Кирочка, Кирочка, Кирочка. Вот моя Кирочка. Все, заебёчки. Все. А я сетхомчик не прописал, стопышечка. А я тебе говорил еще минут 15 назад. Я знаю. Ой, нихуя. Пойду я облутаю этого бомжа. Все. А у него ничего нет, кроме топора. Ну и хорошо. Все. Да. Все, побежали. Да, это я.
А ты что, не узнал меня, что ли, да? Нет, потому что я тебя не видел. Женя, это уже реально аутизмом попахивает. Такое общение. Поэтому... Да. Надо серьезно. Надо очень серьезных щах играть. Very seriously прям. Very seriously. Это уже вот как бы намекает то, что не очень серьезно. Ну, когда вот так спрашивают. На каких щах вы будете играть, на серьезных или нет? Да, еще и плюс сломанным английским, это вообще классно, конечно. Very seriously, нет, наверное, сказать, все серьезно, что ли? Very seriously. Зачем ты передразниваешься, не понимаю? Сам себя передразнивал? Не, ну у нас с тобой на идеальном носителе английского счет. Именно носитель чего-то другого, но явно не на английском. Мы с тобой точно носители, я тебе говорю. Вот сейчас вот смотри, подбегаем к любому иностранцу. Так, и? И говорим. И все, он сразу нас поймет. И он сразу убьет, да, и потом будет понимать. О, это мамина Потя, видишь, на лошади катается. Кто мамина? Потя, ну Потик. Потя? Да, это любя, я вот любя его назвал, понимаешь? Есть Потя, а это Потя. Это Потя, да, то есть это Потя. Нежное что-то. Нежный Потик. Вон он там. Вон он там. Ну, Потя вкус какао нежный. Нам нужна сера. Все ясно. Сука. Стену кстати, вижу, это да, можно это сломать. Зачем? Зачем ее ломать? Может, зачем? Там ящик стоит, можно будет залутать ящик. Ой, там это, убежит сюда. Потя? Не знаю, Потя он или нет. Но он стоит на месте, он, по-моему, только заспавнился. Это он типа на фоне пальмы, да? Стопа. Стопашка. Да, он захотел за этим, за кокосами просто залезть. За кокосами можно лазить? Бля. Я понадеялся, мало ли. Нет, ну конечно, хорошая возможность была, кстати, на деревья залазить, реально. Давай попробуем разбить. А Потца за нами бежит, давай, может, его завалим все-таки. Смотри, черный Потца стоит в трусах. Ну что ты мнешься, ну? Женя, поохраняй, пока я долблюсь. Давай. Пока ты долбишься, как гусь. Да, как гусь. Хорошо. Смешно. Неправильно, Жень. Нет, вот не так смеешься. Не так. Все, не так. А, все, сорян. Тебе надо смеяться. Бля, что ему надо, слышь? Он меня накаляет своим вот этим присутствием. Он просто смотрит, знаешь, как этот, как воер называет таких людей, которые подглядывают. Как get over here, bitch. Смотри, он съебал. Ой, в смысле? А он идет, ну ты же сказал, иди сюда, он к тебе пришел. Зачем ты его убил? Он к тебе как раб пришел. Бля, слушай, это жестко было, это работает. Но. Опа. И что там, Жень, что там? Сейчас текстура уйдет вот эта. Там лутовая, нет? Что там? Конечно. Вам нечего собрать здесь, мне написали. Вам нечего собрать? О, подожди, там, по-моему, сундучелло, нет? Лутани, через щелочку давай. Через щелочку. Что ты его дом был? Ну, может быть, кстати. Нет, он бы так... Воу-воу-воу. Ну и что ты на него смотришь? Бедный упал. Да я не хотел как бы. Лутовую вскрыли? По-царски. Так, ты не так смеешься. Надо по-другому. Как? В смысле, я не так смеюсь? Да, не так смеешься. Покажи, как надо. Ну, сейчас не смогу искусственно выдавить-то. Жалко. Угу. Искусственно выдавленный смех. Не обладаю, да. Я думал, можно было бы продавать искусственно выдавленный смех полкило. А, это как блогерша из-под себя воду в ванной продает, вот так же можно было бы свой смех продавать. Искусственно выдавленный причем. Искусственно выжатый смех. Смеховыжималка. Смеховыжималка искусственная. Слушай, я понял, как можно на Кикстартере, короче, делаешь такое устройство, которое тебе по пяточке щекочет. А почему именно пятки? Во время, ну, по пятке щекотно же, типа. Настоящая реакция юмора, смеха. Ты будешь по-настоящему смеяться без выдавливания. Тебе не нужно смеховыдавливатель брать. Но это будет бессмысленный смех тогда. Это будет нормальный смех. Ты но будешь без причины, щекочи будет, себя по факту. По факту щекотать себя? Щекочи себя по факту, да. Если по факту. Зачем ты выбросил ему топор? А у меня плохой. Саку. Зачем ты Исаак выбросил? Слушай, а давай-ка вон запрыгни на этот, на вертолет заберем. А там лестница есть, зачем тут прыгать? Гениально, да? Мы же всегда так делаем, да, дом зарыжен, давай сломаем стену, братан.
А топливо есть? Ну, нет. Куда влететь? А, подожди, можно как-то прописать кетон. Кетон прописать? Блять, ладно. Сейчас, подожди, я не выключил смех в этот угар. Ой, сейчас. Ух, включай свой выдавливатель смеха. И давай дальше. Есть смехопоглотитель, смехоувлажнитель. Смехоразитель. Смехоувлажнитель. Слушай, топливо нигде не дают ни в одном. Че, кетона не получилось, да? Не вышло? В кетоне не дают, к сожалению, топливо. Жалко, да? То есть пришлось бы ту лошадь бить, которая дома вносит. Ну, принципе, о, тело, да. Давай из него добудем. А там жир не дают за тело. Из Исака. Тело... Из Исака дадут жирок, нет? Исаковские жиры. Да. Better player. Че, лучший игрок? Там написали в чате. А, better player. Он пропал. А, 4 жира дали, кстати. Ха! 4 жирка, а нам хватит взлететь. Да, я, значит, смогу себе сделать. Мы поднимем себя в воздух. А нужна еще ткань. А нужна еще ткань. Бля. Так сорви вон кусты, кусты какие-нибудь. Сорви эти кусты. Любые кусты сорви и сделай ткань. Хлопухи, да? Лопухов нарви, можно сделать кепку от тени. Ой, от солнца. От солнца-то такое. От чего? А в лодке нету, кстати... Ткани, да? Да. Ну, конечно, лодка из ткани. То есть ты хочешь сказать, что нету, да, ничего? Нету пока... Там, по-моему, человек. Вон, смотри, да, я вижу, да, вижу. Это да. Тот же человек черный, это тот же Рамон, или как его там звали? Рамон. Эй, Рамон. Эй, Рамон. Эй, Рамон. Рамон, где твой конь, Рамон? Рамон. Ну, ткань нужна, ну, ткань нужна. Сейчас у Рамона возьмем. Рамон. Парамон. Эй, гандон! Возьми китон! Это нарезка юмора, блядь, какая-то. О, вон он добывает, смотри, сейчас пойдем добудем. Добывает кактус, там как раз-таки можно ткань выдать. А мы добудем из него. Я вижу по твоему голосу, сейчас мы точно добудем. Че, Рамон? Ткань, да, реально? Рили, рили. Рамон, кому? Рамон, кому? Рамон, кому? Ты это самое возьми, давай, быренько болтай. Дай на массу, давай же. Ну, дай на массу. Мне нужно еще, дай мне жира. Слушай, ты же с этого чувака, с Исаака брал жир, дай вот, мне. Вот, на, держи. Это, не, это мне жир нужен? Я почему знаю, у меня ткань? Нету, нету у меня. Как, ты же Исаака бил? Я Исаака бил. Искобил. Я искобилна. Искобилна. Сидел искобилна. Хочется закрыть лекторию. С какими-то ассоциациями. Сокровища нации, блядь, просто не ролик. Ой, бля. Сука, это... Ой, он нашему мотороллеру подобный. Эй, топливо не забирай, братан. Блядь. Сейчас мы тебя на жирок разделаем. А зачем ты его там оставил, то топливо, блядь? Я топливо не оставил. Блядь, он улетел, сука. Блин, это... Слушай, ты хочешь, он разобьется сейчас? В смысле? Он не разобьется, нет? Женя, ну как просто... ты мог просрать, объясни. Я чем топливо не брал, я топливо не оставлял. У меня вообще топлива не было, чтобы его оставлять. Я вот не брал, капец. Я не оставлял. Нет, серьезно, я топливо не оставлял. Я тут вообще я топливо реально не оставлял, потому что мы пошли за тканью. Судя по звуку, он упал. Да, побежали. Саново бич, бля. Да, пошли посмотрим, что там. Там еще, кстати, река, он в скалы идет. Интеллектуальный ролик. Супер интеллектуальный ролик. Интеллектами прет. Не обделен. Ну-ка закрой свой рот. Здесь интеллектами прет. Да, вот это вообще пошло. Это тебе не что, где, когда. Да, вон Кирана убили опять, нашего друга. Кирану? Который Рамон. Ну, который Рамон. Блин, жалко Кирана. Ну, Киран хороший был. Он как Киран. Он сказал, герой, он пришел к тебе. Кирану когда-то. Ривз, да? Грустный Киран Ривз. Он пришел, потому что к своему хозяину, все правильно, все нормально. Кирану Вриз. Кирану Вриз? Угу. А он лошадь, кстати, источник жира. О, а только самолета теперь нет, вертолета, чтобы источник жира. 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 Дай. А, извини. О! Да, дай мне гвоздомет хотя бы, что ли. Мы нашли лут. Что тебе дать? Ты гвоздомет-то дай мне. Куда? А. Я взял, даже не понял, как успел. А патроны есть к гвоздомету?
Нет, Женя, вот с чего-чего, а патронов к гвоздомёту нет. Дэмит Санова. Слушай, он разбился, походу. Надо фрагменты металла искать, да, он вон в эту пальму врезался. А мы предупреждали его, что не надо брать чужое. Не надо было брать наш вертолет, да. Слушай, там это, стреляются. Слушай, а давай возьми эту лошадь, или давай я ее возьму. А где лошадь? Вот. И ты скатишься вниз. На лошади? Ну, можно и без лошади, но желательно для ролика лошади. А почему она какая-то белая? А, белая. Хули бурёна, смотри, полетели. Давай бурёна. Что-то она не хочет. Она не будет со скалы прыгать. Дурочка. Не, может, смотри. Ну и давай с камней падай. Блядь. Это смешно смотрится, на самом деле. Жень, смотри, Женёчек. Давай, ну-ка, давай, падай. Витэкшн. Нет. И чё? Я пытаюсь. Нет, она что-то как-то тактично. Она упрямая просто, понимаешь? Она у нее. Она мнит себя коровой, понимаешь? Семейство Ишаковых. Успешно. Да. Это было неплохо. Идея на корню. Бля, она припала только что, видел на бок? Она устала. Она не хочет. Он там, кстати, вон там вон есть лодка. Если у тебя есть жир, можно на лодке поплавать. Давай, сейчас. Давай как раз жирок добудем с лошади. На жиру. Ландыши на жиру. Блять. Да, чувствую, это топово зайдет. Что делаешь? А, ты убиваешь? Да, жир же. Давай я буду ее чинить киянкой. Я бью, я ломаю лошадь, ты ее чинишь, да? Да. Такое точно никто не делал, явно. Че ты упал-то? Ты что, вылетел, что ли, блядь? Null reference object, как всегда. Ростецкий молодец. Ты сделал последний удар по лошади, она умерла, ты уснул, походу. Пам-пам-пам, Ростецкий молодец. А игра-то не вылетела, просто у меня вылетел этот референс, помнишь, который еще давным-давно был? У тебя вылетел референс? Да. А я этого не почувствовал. Референс вылетел, да? Ты тут зареференсил, походу, никто не понял. Низко референсишь слишком, раз. Бля, в тебя стреляют, слышь? Почему? Кто меня стреляет? У меня лут забери, пожалуйста, тогда. Шел отсюда, блядь. Там лут ценный, забирай. Да я понял. Слышь, придурок, блядь. У меня 3 патрона осталось, ты там долго? Ну, захожу. Давай, желательно быстрее. С 3 патронами. Тебя не били еще? Нет, должны. Бля, попал. Ты ж подонок, блядь. Что, упырек? Ты или он? Он меня. Попал в тебя. Учитывая, что у меня есть пистолет, он мне попал. Я в него. Он. Я в него, он меня, я в него. Я. Хорошо, объясни. Женя, быстрее, Жень, заходи быстрее. Иду. Ох, 295 человек. Вы там не опухли еще? Нет, мы там не опухли. Что ж вас так много? Захожу. А он целится или он упал, блядь? Я не понимаю. Он, наверное, упал, скорее всего. Он что, лежа целится, может, что ли? Ну, иди знай, блядь, этих игроков раз. Хотя да. Может, он и лежа упал. Он, по-моему, ТП-шнулся. Может быть. Так, как страшно жить-то, блядь, как страшно жить. На какой растворе играли? 7-7? На нашей мы играли, Жень. Нет, я понял, что на нашей какая? 7-7 же? Какая 7-7? Растория, которая та, без блюпринтов. Ну, 7-7. ОБП, ага. Не знаю. Понятно. Не вылетай, пожалуйста, больше так, хорошо? Так это раз, не я. А ты сделай так, чтобы раз под твоим влиянием не вылетал. 8 человек в очереди. Спасибо. 8 человек в очереди? Да. То есть ты предлагаешь мне тут соло повыживать своими лутами? Ну, ты лут-то мой собери, главное, спрячься куда-нибудь пока. 6 человек, нормально, 5 человек. Ох ты, налутал здесь, блядь. 3 халявных топора, кирочка, жир. Ну там дверь была, кодовый замок. Царь среди лут, царь. Там много всего интересного, зря. Да, все забрал. Все, что ты хотел, я все забрал. Мой жир, мою ткань. Мой жир, мое богатство, да? Все забрал. Мой жир, мою ткань ты забрал? Да. Забрал, отлично. Я смогу связать тебе воздушный шар, ты улетишь на нем отсюда. С удовольствием. Если ты хочешь петь, читай реп давай. Реп читать, русский реп? Реп, читай репчик. Репчик, давай. Читай репчик. Зачитай, Женек, давай. Если ты хочешь петь, читай репчик. Давай, так, вот так это разные вообще, две разные хотя бы здесь, петь, понимаешь, когда ты поешь там всякие цыганки, сэры, это точно. Наши зрители еще не родились, их даже не планировали, скорее всего, когда это песни были. Поэтому если ты хочешь что там сейчас читают, вот если ты хочешь попасть именно вот в целевую аудиторию, читай просто рэп. Сам придумай свой. Что мне нужно читать? Свой. Что мне нужно читать? Мне же нужно от чего-то отталкиваться. От мира окружающего.
Ну, типа рэп, что ты лежишь, вот я лежу на камнях. Mm-hmm. Я лежу на холодных камнях, ты целишься мне в пах. А, ах, целишься мне в пах. Вот весь рэп. Я лежу на холодных камнях. Это я просто на паузе, я перед тем, как... Да, я попил кефир, кефир вязкий, и надо прочистить... Прочистил связки. Я прочистил связки. Кефир, он вязкий, чтобы прочистить себе связки. Чтобы прочистить свои связки. Да, ты попил кефир вязкий. Я попил кефирчик вязкий, чтобы прочистить свои связки. Охуенно, бля. Ох, так классно, что я же не подлетел, да? А сколько мы играем, дядя Женя? А я что-то не смотрел, таймер не ставил. Во, Женя, это уже так, это на Мармока уже похоже немножко было. Да? О, да, немножко было жизни. Так. О, лутовая. Лутовая снова, ура! Снова лутовая. На, я тебе скину снова вещей. Жизнь моя, лутовая, суп. Твои все вещи. Спасибо большое. Респектую. Респектос. Вообще респектую хламину. Бля, ладно. Что? Не, ничего, ничего. А, главное, рэп пели, ничего не смущало, а тут прям что-то прям аж прям... Не, все нормально. А куда мы бежали? Куда мы бежали-то? Вон туда. Я не буду на аирдроп бежать. Вон туда побежай. Туда. Я к аирдропу не буду. Ну не на аирдропу, вон смотри, нефтезавод там. Да в жопу тут нефтезавод. Давай домой. Надо домой. Вообще просто капец. Не, Жень, Жень, это уже кривляние, все. Ну, это кривляние, уже давай домой. Кривляние интераптед у меня. У меня что, радиация? В смысле? Кривляние интераптед? Это интересно. Это уже кривляние интераптед. А, у нас радиация, да. Не, нормалек, я уже присел. На что ты там? Да, 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 Женя, да. На траву я присел, не переживай. Тут стеклянных никаких вещей нет. Хорошо. БДМС, БДМС, БДМС. Отлично. Где ты носил этот блок? Стеной. Шлакоблок этот, где ты его носил? Это не шлакоблок. Ну, представь, что это шлакоблок. Нет, кстати, это если шлакоблок. Бы ты был рэпером, ты мог бы себе взять ник Шлакоблок. Можно было бы, да. Трансформатор, Шлакоблок. Ну, да. Шлакоблок Евгений. Успешный рэпер Шлакоблок. Шлакоблок Евгений. Ты мог бы быть Шлакоблок или Напстаблук. Как-то так. Напстаблук, это что такое? Это интересное? Из Undertale, по-моему, сколько я помню. А, Напстаблук. Так, сейчас выложим лут. Так, а почему у меня интерапт, что ли, был? Эй, сорянский. Эй. Все, тут все нормально, дом-то мы построим. Может, надо повыше дом сделать, слышишь? Ты меня слышишь, Алё? Да, слышу, слышу, конечно. Ой, слышу, конечно. Слава слышу. Богу, слава. Я уже... Вверх второй этаж сделал. Я уже испугался, что мне придется кричать в микрофон, слышишь ты меня или нет. Или нет. Так, это самое... Самое ты то, хочешь да. Вверх подстроить, да? Ну, хочешь вширь, но мне кажется, лучше высоту. Ну, высоту, а вширь я не предлагал вообще. Я а прикинь, же... можно было бы построиться сверху на дом, который на воде. Угу. И он бы был бы у нас во владениях. Дом на воде во владениях? Дом на воде во владениях. Ну, пусть все дом в комментариях быстро скажут. Дом на воде во владениях. Во владениях, дом на воде. Все в порядке, все. Сука, бля. Ладно. Гениально, ладно, давай дальше. Ты бы еще про кипятик вспомнил, туда же, в ту же кучу. Ну и чего? В смысле чего? Ну что, 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 что ты? Что ты хотел? Строиться же? Что я, что ты? Что ты, что я? Одного поля ягода, ну. Я не хотел, а нет, хотел, да. У тебя дверь сплюснула, походу, не? Нет, пока еще. Так, короче, что, давай вот отсюда распространяться вверх. Да, я думаю начать следующую серию. Я просто не знаю, сколько мы играем, мне не видно. Давай. Краткость сестра таланта, чё? Краткость сестра таланта. Сестра таланта, краткость. Хорошо. Ладно, это был Растец, первая серия. Упаратизм лютый, дичь, трэш. Все как вы любите, все по заявочкам, то есть такая сборная солянка, сборник воды. Водосборник. Сборник артезианской воды у нас сегодня был такой нормальный. Водосборник — это мой канал. Прекрасно. В общем, увидимся, услышимся, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, и всего хорошего, пока-пока. До встречи.